Мы пасторы Дерек и Хиллари Уокер из Библейской церкви в Оксфорде, и мы хотим поговорить с вами о принципах молитвы, которые изменят вашу молитвенную жизнь и помогут вам каждый день жить рядом с Богом. Молитва, она как дыхание. Как дыхание приносит жизнь нашему телу, так и молитва действует в нашей духовной жизни. Что будет, если мы перестанем дышать или не будем дышать нормально? Какие-то части нашего тела начнут отказывать, и мы начнем погибать. Так же и с молитвой. Если мы не научимся молиться должным образом, то наша духовная жизнь начнет чахнуть и умирать. Она не будет такой, какой должна быть. Но в Библии очень много всего говорится о молитве. С чего же нам начать? Кому нам обратиться вначале для того, чтобы выстроить свой молитвенный образ жизни? У кого же мы можем научиться, как правильно молиться, как не у Господа Иисуса Христа? Кому обратиться, как ты думаешь, Хиллари? Думаю, лучший выбор — это Иисус. Ученики наблюдали за тем, как Он молится. Они видели чудеса и знамения. Они видели, что все это было результатом молитвенной жизни Иисуса, которая является общением с Богом. К тому же Иисус сказал, «Я делаю только то, что вижу у Отца, и говорю только то, что слышу от Отца». Поэтому все, что происходило в служении Иисуса, было результатом Его молитв. Давайте начнем с Луки 11 главы, стихи с 1 по 4. Я бы хотела прочесть это. Да, читай. «Случилось, что когда Он в одном месте молился и перестал, один из учеников Его сказал Ему, «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников Своих». Он сказал им, «Когда молитесь, говорите, «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Звучит так знакомо, не так ли? Да. Но при этом в этой молитве такая глубина. Мы склонны игнорировать эту молитву. Мы знаем ее еще с детства и думаем, что она для младенцев во Христе. Это всего лишь «Отче наш». Но мы не осознаем того, что это модель молитвы от самого Иисуса. Предположительно, что именно так Он сам и молился. Ученики хотели научиться молиться так, как Он, поэтому Он дал им эту модель. Сегодня мы увидим, что это не просто обычная молитва, а модель или схема молитвы, которую Он оставил нам. А еще это одно из первых учений Иисуса, потому что она вошла в Нагорную проповедь. То есть это было его первое и основополагающее учение о молитве. И по этой причине нам нужно уделить этой молитве особое внимание, потому что в молитве «Отче наш» такая глубина, насколько я понимаю, это основание для всех учений о молитве в Библии, и учения апостола Павла и других. Если мы хотим начать с правильного места, то, думаю, начинать стоит с молитвы «Отче наш». Она настолько глубокая, что, наверное, мы посвятим ей еще несколько программ. Я тоже так думаю. В этой молитве много сокровищ. Да. Основная проблема в том, что многим очень хорошо знакома эта молитва. К примеру, я выучил ее еще в детстве. Это единственное, чему меня научили в церкви. Слава Богу за это, но я просто произносил ее бездумно, не понимая, сколько всего ценного в ней сокрыто. В этом и может быть проблема. Мы слишком хорошо знаем эту молитву, и мы можем предположить, что знаем о ней все, но я думаю, что мало понимаем. А у меня в начале моего христианства была проблема с этой молитвой. Одна женщина из моей церкви, которая уже давно была христианкой, сказала, «Нет, мы не молимся молитвой «Отче наш», потому что она была дана до креста. И, к сожалению, так молитва «Отче наш» исчезла из моей молитвенной жизни.
учитывая глубину этой молитвы, мне становится грустно от этого. Мы не можем игнорировать ее, потому что это слова самого Иисуса. Это Его повеление нам. Поэтому не нужно говорить, что это было до креста. Она входит и в учение апостолов. Да, я слышал такое мнение. Люди говорят, нам нужно учение апостолов, потому что все, что было до креста, предназначалось для евреев. Да, именно так она мне и говорила. Ты прав. Что ты хотела сказать? Я хотела сказать об учении апостолов. Эта молитва находится в Евангелиях. А Евангелие написали апостолы. Верно, Евангелие написано апостолами. Так как же мы можем взять и просто вычеркнуть это? А в конце Иисус сказал, что мы должны научить людей всему, чему Он нас учил. Это Матфея, 28 глава. Да. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». И это Он говорит всем нам. «Идите и делайте людей Моими учениками, крестя их, а также уча их». Чему же мы должны учить их? Какая у нас, у Его учеников, учебная программа? Иисус говорит, учите их всему, что повелел апостол Павел. Нет, это лишь часть учения. На самом деле Он сказал, учите их соблюдать все, что Я вам повелел. А то, что Иисус повелел Своим ученикам, записано в Евангелиях. Следовательно, это и для нас. Затем Он добавляет, «И вот Я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Это означает, что и до конца этой эры Церкви. Апостол Павел и другие великие апостолы строили на основании, оставленным Иисусом. Я недавно думал о том, что прямо перед своим уходом в Евангелии от Иоанна 14 по 16 главы Иисус рассказывал ученикам, что скоро произойдет. Он сказал, что придет Дух Святой и напомнит вам обо всем. Имеется в виду все, о чем Он учил в Евангелиях, потому что они должны были написать об этом. Было бы прекрасно, если бы Иисус сам написал какую-то книгу, но, наверное, Он не сделал этого, иначе мы не читали бы ничего другого, кроме Его книги. Итак, это о Евангелиях. Он сказал, что приведет вас ко всей истине. Да. Это уже послание. А затем Он добавляет, что Дух Святой покажет вам то, что будет в будущем. А это книга Откровения. Это как целый дом, фундамент — это Евангелие. Комната — это послание, крыша дома — это книга Откровения. А если у нас нет фундамента, то и все остальное не будет держаться. То есть нужно начинать с учения Иисуса. Я считаю, что это очень важно. Верно, что это учение прозвучало еще до креста, но я замечаю, что многие проповедники, которые отбрасывают в сторону молитву «Отче наш», по этой причине при этом учат из других мест в Евангелиях, так будто бы это Слово Божие для нашего времени. То есть я не вижу в этом последовательности. Да, это правда, что Иисус был евреем и жил под законом, как прилежный иудей. Он соблюдал закон. Я имею в виду закон Моисея. Конечно же, на кресте Он удовлетворил все требования закона. И, конечно же, мы сегодня уже не под законом Моисея, но мы под законом Христа, под Новым Заветом, под Его заповедями и повелениями. И хотя Иисус жил во время закона, в Своем учении Он заложил основания для Нового Завета. Поэтому Его учение не ветхозаветное, а новозаветное. И есть один стих, который подтверждает мои слова. Это второе послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Я наткнулся на него совсем недавно. Здесь учение Иисуса названо учением Христовым. Итак, 2 Иоанна, 1, 9. «Всякий, приступающий учение Христова, и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом, имеет и Отца, и Сына». Как можно говорить? Ну, я понимаю, что учение Христово — это весь Новый Завет, но как можно говорить, что учение Иисуса Христа не входит в учение Христово? Это же глупо. Глупо так говорить. Итак, нам нужно осознать и принять, что молитва «Отче наш» актуальна для нас с вами и сегодня. И не позволяйте никому
лишить вас этого. Это модель молитвы, которую Иисус оставил для каждого из нас. И мы увидим в этой молитве много интересного. Это молитва о благодати. В ней полностью отражена благодать Нового Завета. Она весьма радикальна, уже с самых первых слов. Ее первые слова — это «Отче наш». Мы привыкли слышать это. Это правда. А это было радикально. Ну, конечно. Евреи не понимали таких близких отношений, о которых мы знаем сегодня. Только через крест, через кровь Иисуса и принятие Иисуса мы родились свыше и стали детьми Божьими. Теперь Бог — наш Отец. Он не просто Бог и не просто Отец всего человечества. Он мой Отец. Мы вошли в Божью семью. Это уже Новый Завет. Это христианство Нового Завета, а не Ветхий Завет. Но в то время слова Иисуса «Отче наш» звучали очень радикально. Он поделился с нами своей молитвой. Это была его реальность. Он имел Духа Божьего внутри и был Сыном Божьим. Но мы все смогли войти в эту реальность только в Новом Завете. Это напомнило мне еще о том, что Иисус сказал Марфе в день воскресения. Ах, да. Он сказал, «Я иду к моему отцу». Это Иоанна 20:17. И еще там сказаны такие слова. А это не была Мария? Он же сказал, «Не прикасайся ко мне». Да, это была Мария Магдалина. Прошу прощения. Он говорит, «Я восхожу к отцу моему». И с этим все нормально, потому что мы понимаем, что Бог — его Отец. Но затем он добавляет «к Отцу моему и Отцу вашему». Теперь, когда его кровь уже была пролита, когда он воскрес из мертвых, Бог стал не только его Отцом, но уже теперь и нашим. Затем сказано «и к Богу моему и Богу вашему». Это реальность Нового Завета. И с этого начинается молитва «Отче наш». Нужно было разобраться с этим. Я даже не понимала, насколько радикальным это было. В то время это могли посчитать и ересью. Вы представляете, что сделал крест? Да, он все изменил. Иисус говорит об этом еще до того, как он пошел на крест. Просто его учение предвосхищало то, что он собирался сделать. Так он закладывал основания. Да, сегодня мы это понимаем. А в конце Нагорной проповеди он говорил о том, чтобы строить на камне. Помнишь притчу о человеке, построившем дом на скале? Да. Пришел шторм, и дом устоял. А затем он говорит, что камень — это его слова. Всякий, кто слушает мои слова, исполняет их, строит на камне. Получается, что слова Иисуса, особенно из Нагорной проповеди, это камень, основание, на котором нам нужно строить свою молитвенную жизнь. Когда мы говорим «Отче наш», то это сразу же означает, что в основе нашей молитвенной жизни должна быть Божья благодать. Иисус подчеркнул, что мы должны приходить к Богу в молитве на основании благодати. Это истина Нового Завета. Молитва — это наша ответная реакция на Его удивительную благодать. Мы не пытаемся заработать у Бога баллы или заставить Его сделать что-то для нас. Как дыхание — это наша естественная реакция на воздух вокруг нас, так и молитва — это наша реакция на удивительную Божью благодать и Его любовь, которые окружают нас благодаря Иисусу. В молитве мы вдыхаем Его любовь, а потом выдыхаем ее, выражая Богу нашу любовь. То же происходит, когда мы молимся за людей. Это как дышать воздухом. Молитва — это образ жизни, это что-то постоянное. Но Иисус говорит, если наша молитва не основана на Божьей благодати, то это просто напрасные слова, это всего лишь плотские попытки. В молитве очень важно отношение нашего сердца. Нужно, чтобы наше сердце было настроено на благодать, и вот тогда наша молитва будет правильной. Она будет настоящей реакцией на Божью благодать. Иисус очень много говорил об этом. Я предлагаю сейчас вам послушать одно местописание, это Евангелие от Матфея. Это так. В Матфея 6:5 Иисус говорит, «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и
и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так, или по такой схеме: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». По такой схеме. Хорошо сказано. Это говорит о том, что Он дает нам образец. Да. А вот почему мы говорим об этом. Потому что у этого образца много составляющих. Но интересно, что Иисус говорит о том, что положение вашего сердца очень важно в молитве. Он описывает две группы людей. Одни молились с неправильными мотивами, фарисеи, религиозные, самоправедные люди молились из гордости. Конечно же, такие молитвы — это зря потраченное время. А еще Иисус говорит о других людях, Он называет их язычниками. Они молятся, желая привлечь внимание Бога. Они далеки от Бога, но при этом пытаются впечатлить Бога какими-то ритуалами и множеством слов. Но Иисус говорит, что нужно войти в тайное место. Это особое место, это место благодати, это место рядом с Богом, под тенью Его крыльев. Находясь в этом месте, мы знаем, что Бог любит нас. Наш Отец Небесный сам приходит в это тайное место к нам. «Отец, я знаю, что Ты любишь меня, я Твое дитя. Я не хочу вынуждать Тебя к чему-то, я не пытаюсь заработать что-то у Тебя. Я просто прихожу в это тайное место, понимая в своем духе, что Ты любишь». Именно из такого положения мы молимся дальше. Иисус сказал, что молитвы других людей были неэффективными. Они молились по плоти, потому что их сердца не были укоренены в Божьей благодати. К примеру, самоправедный человек думает, что он лучше других. Он думает, что Бог сразу же слушает его. Да, у него горячая линия с Богом. Он считает, что он хороший человек, поэтому он лучше других. И он любит демонстрировать это, потому что все остальные блекнут по сравнению с ним. Это самоправедный человек, и он молится из гордости. Он думает, что он лучше других и кичится этим. Но Иисус говорит... Кстати, у Иисуса даже есть притча о таком человеке, который молился и говорил: «Я рад, что я не такой, как этот грешник рядом со мной». Да. Иисус сказал, что он молился самому себе. То есть Бог даже не считает это молитвой, потому что Он просто превозносил самого себя. Уверен, что наши слушатели не такие. Конечно, я тоже в этом уверена. Если мы имеем откровение о Божьей благодати, мы не можем быть такими людьми. Ты прав. Нам нужно откровение о том, что мы находимся в Божьей благодати. У меня есть много любимых мест Писания об этом. Можно я прочту? Ефесянам 2, 8 и 9. Это очень личное для меня. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас. Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Я понимаю, что сама по себе я ничего не заслуживаю от Бога, потому что мне нужна благодать, которую я получаю через Иисуса Христа. Все благодаря Его крови. Да. И ты понимаешь, что без Его крови никто из нас, какими бы мы ни были умными, хорошими или религиозными, ни у кого из нас не было бы ни одного шанса, потому что Божий стандарт — это совершенство. И если мы честны с собой, то мы знаем, что мы были грешниками. Да. Мы этого не заслуживали, но получили это только благодаря Его крови и Его праведности. И когда вы получаете откровение о Его благодати, вы можете молиться правильно. Иначе вы будете молиться из гордости, хотя чаще всего мы молимся как язычники,
даже когда становимся христианами. Если мы не получим откровения о Божьей благодати, то будем как язычники. А Иисус сказал: «Молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш». Проблема язычника в том, что они не имеют завета с Богом, и они знают, что Бог далек от них. То же происходит и с христианами, которые не имеют откровения о Божьей благодати. Они думают, что Бог где-то там, далеко, и Его нужно чем-то впечатлить. Я сегодня много молился, поэтому Он сделает это для меня. Или это могут быть просто ритуальные молитвы, или молитвы на автомате. То есть, если я буду молиться 5 раз в день, Бог будет впечатлен и пошлет мне благословение. Это менталитет язычника. Мне нужно что-то сделать, чтобы заслужить благосклонность Бога. Поэтому я буду молиться. Но Иисус говорит: «Но нужно молиться с осознанием Божьей благодати. Вы должны знать, что Он ваш Отец. Он уже полюбил вас и знает все, в чем вы нуждаетесь». Заметь, что молитва «Отче наш» начинается не с просьб, а с прихода к Отцу. «Отче наш, сущий на небесах, Господь, Ты мой Отец, а я Твое дитя, я под Твоей благодатью». У Бога полно благословений, которые Он готов изливать на нас. Кстати, ты напомнил мне о том времени, когда я служила в детской церкви. Там была девочка по имени Изи. Кто-то из детей чувствовал себя плохо, и я попросила ее помолиться за этого ребенка. Сейчас Изи уже взрослая. Она стала прекрасной девушкой. Но в тот момент она начала молиться, и ей сложно было делать это перед всеми. Она молилась очень тихо. Она просто попросила Бога исцелить того ребенка. Но вдруг я ощутила сильное присутствие Бога. Я никогда раньше не чувствовала ничего подобного. Это была вроде бы тихая и слабенькая молитва, но я ощутила Божью силу. И тот ребенок, он был исцелен. При этом я слышала красивые и долгие молитвы, после которых мало что происходило. Но молитва Изи научила меня многому. Бог уже все знает. Да, Он все знает. А иногда молитва похожа на освященное волнение, когда мы выливаем все наши проблемы. Да. И если мы знаем о Его благодати, мы можем молиться эффективно. Помнишь, когда мы были в Америке, мы видели ту пьесу? Я помню, что она тебя сильно впечатлила. Не так ли? Ты не могла бы о ней рассказать? Это когда мы были в Фениксе, штат Аризона. Нас пригласили на пасторский форум. Там было очень интересно. Нам позволили заглянуть в работу разных служений. Но больше всего меня впечатлило то, что они сделали в конце. Объявили, что на сцену выйдет пастор Томми Барнетт, и я подумала, что они там придумали. Пастор Томми вышел и начал изображать, что он стоит перед Богом. Выходили различные люди и говорили, какой он замечательный. Пастор Томми был на суде перед Богом, и разные люди приходили к Богу и говорили: «Это хороший человек, он делал и то, и это, он помогал детям», и так далее. Но все это было напрасно. Затем откуда-то из-под потолка на сцену спустился ангел. Даже не знаю, как они это сделали. Затем ангел начал свидетельствовать. Он сказал, что Томми Барнетт сделал много добра, но это не помогло. Он все еще был осужден. Когда я думаю об этом, у меня снова наворачиваются слезы. А затем появилась фигура Иисуса. Он обнял Томми и сказал: «Отец, я пролил за него свою кровь». Бог был будто бы в тумане. Мы слышали только его голос. А потом послышался удар молотка и слова: «Невиновен». То место просто взорвалось от радости. Это и есть Божья благодать.
Мы ничего не заслужили от Бога. Мы не сможем впечатлить Бога нашим многословием или какими-то ритуалами. Смысл совсем не в этом. Смысл в понимании Божьей благодати. С этого все и начинается. Наш Отец на небесах, а мы Его дети. Это Его благодать. Иисус пошел на крест и пролил за нас свою кровь. Мы стояли перед судьей, и мы были виновны. Мы заслуживали уничтожения. Но вперед вышел Иисус, и благодаря Его крови судья простил нас и признал невиновными. Это прекрасно, но это еще не все. Он не просто забрал наши грехи, а дал нам свою праведность. Теперь мы имеем праведность Иисуса Христа. Мы стоим перед судьей в праведности Иисуса, и судья вынужден признать, что мы праведны. Это значит, что мы оправданы. Мы получили праведность самого Иисуса. Это очень важно для нашей молитвенной жизни. Приходя к Богу в молитве, мы должны помнить, что мы имеем праведность самого Бога. Вот с каким осознанием мы молимся. И это еще не все. После этого судья встает со своего кресла и обнимает нас. Он говорит: «Я принимаю тебя в мою семью. Я усыновляю тебя». И мы перерождаемся, мы становимся детьми Бога. Слава Богу за это. Теперь мы в Божьей семье. Вот с чего должна начинаться наша молитва. Вот как нужно приходить к Богу. Придите к Богу и поймите, что вы Его дитя. Он любит вас. Он простил все ваши грехи, прошлые, настоящие и будущие. Благодаря Иисусу вы праведны в Его глазах. Придите к Нему, как Его любимый и принятый ребенок, и пусть ваша молитва льется из этой прекрасной благодати.